Турдыев Альмиджан Инаятович, бригадир 2-й бригады Ленинского участка. Бригада наша, и Ленинский участок, и весь водоканал. Невзирая на любую погоду, мы ведем работы. На территории Бишкека и Чуйской области находится в плачевном состоянии. Почти 70% задвижения не в рабочем состоянии. Но мы пытаемся каким-то образом менять, невзирая на все погодные условия. Видите сами, объем работы, какой мы ведем. И, конечно, тариф на воду надо поднимать, и зарплату надо поднимать. Я получаю вместе с бригадирскими, получаю 21 тысячу. Бойцы мои получают где-то 19-18 тысяч. Эти колодцы 60-х годов, и задвижки, и трубы. Вот состояние труб и задвижек вы сами сейчас видели. Дождь, снег, мы, невзирая на все, мы работаем. Мы должны подавать воду. Это жизненно необходимое. Конечно, надо тарифы поднимать на воду.